Успешным можно назвать завершившийся флорбольный сезон для команд Омской области. Воспитанники нашей школы заняли 7 призовых мест на всероссийских юношеских турнирах, а главная команда региона «Сибирь» завоевала Кубок России, выиграла чемпионат Сибирского и Уральского федеральных округов и заняла второе место в чемпионате страны. 25 мая министр спорта Дмитрий Крикорианс поздравил игроков Сибири, тренеров, руководителей Федерации флорбола и спортивной школы с удачным завершением сезона и вручил благодарственные письма Министерства спорта. То, что существует базовая команда, и ребята доказывают, выиграв и Кубок России, и вот второе место на чемпионате России, это, наверное, очень важно. Хотелось бы подумать и амбициозно претендовать на проведение чего-то международного, может быть, даже. Хотели бы так же поздравить вас, и вот наши подарки флорбольные. Может быть, в ближайшее время Кубок Губернатора по флорболу стоит уже провести, и как раз у вас инвентарь будет уже. Конечно, это эмоционально очень повлияет на нашу команду. Это почетно для нас, как бы для любого спортсмена почетно с министром спорта встретиться. Проговорили по созданию каких-то дополнительных условий, по продолжению, во всяком случае, поддержки со стороны Министерства спорта, со стороны правительства, со стороны наших информационных ресурсов. Это очень важно, потому что помимо вот этой вот основной, так скажем, задачи спорта высших достижений, Федерация флорбола Омской области очень много делает в развитии в целом вида спорта, его популяризации и введения в орбиту этого вида спорта большого количества людей. Сегодня прошла отличная встреча, ребята пообщались, некоторые, наверное, может быть, познакомились там впервые, побывали в Министерстве спорта. Я думаю, они вдохновлятся еще на следующий сезон и так бы с дальним азартом и с дальним желанием будут продолжать тренироваться, чтобы показать высокий результат. Сибирь!